сегодня тебе нейль кота окей? Ты завтра еще пойдешь в сад? Тебе понравилось? А что вы сегодня в саду делали? Расскажи маме. Эльза тоже с тобой была? Мне немножко расскажешь, что сегодня было в саду? Тебе воспитательница... много друзей было. Тебе воспитательница красиво волосики завязала. А что вы делали? Вам сегодня горку надували? Вы сегодня на горке прыгали, да? Да. Что там? Чайка. А, машина едет, да? Когда? Машина, скажи, машина едет. Идем домой, конечно. Там много интересного дома мама тебе приготовила. Доброе утро, Эль. Привет. Здравствуйте. Ася, Ася, папа, я садки. Папа, Ася, ой, тумал. Ася, ой, га. Ася, папа, ой, Ася, я. Ой, Анна. Ася. Нет, Олафа, он же у тебя на ручках. А? В садик идешь? Моя ты умничка. Сегодня такая хорошая погода, доченька. Сегодня светит солнышко. Ой, у тебя бантик завязал. Застрял. Я сегодня так спешила на улицу, что даже не стала краситься. Замечательная погода, даже немножко пожалела, что надела плащ. Уже настолько жарко у нас, по-настоящему, можно сказать, даже летнее солнышко. Буду сейчас раздеваться. Эрин сегодня с таким удовольствием пошла в сад. Ребенок с улыбкой и без всяких капризов собирается, одевает красивое платье, идет в сад. Мама не может не порадоваться этому факту. Но я пока гуляю, забегу сейчас в Дайса, потому что выходные на носу, нужно придумать какие-то новые задания. Супер активный ребенок, конечно, надеюсь, что будем выезжать с Минги, у него тоже будут выходные куда-то на природу. Но дома мы в любом случае будем тоже. Это у нас новая начальная школа. Как вы видите, парковка забита, учителя продолжают ходить на работу. И ходят такие уже слухи, что школы начнут работать со середины мая. Хотя начальная школа пойдет где-то с конца на уроки, с конца мая. Но парковка забита, учителя пока готовят онлайн уроки. Так, ну что, Тайса я не снимала, потому что сегодня там было очень много людей. И как-то вокруг меня сегодня все ругались. Между собой, или с работником, или по телефону. И у меня такое впечатление, что все как бы вышли, а вот этот стресс, который накопился за все эти 3 месяца, вчера, кстати, было 100 дней с того момента, с того дня, как у нас зафиксировали первый случай вируса, а вот этот вот стресс, он еще никуда не делся. Поэтому нужно нам время для того, чтобы
теперь еще и восстановить не только нашу социальную активность, а еще наше эмоциональное состояние. Это вот, видите, посткарантинный синдром. Не знаю, как это назвать. Покажу покупки из Дайса. Взяла малой картон. 12 листиков для наших подделок. Находка в этот раз — это вот такая вот коробка прозрачная для игр с фасолью, с макаронами. Ирин это очень любит. Потом она в последнее время играет хорошо со стаканчиками. Я увидела, она там разливает чай всем своим куклам. И они разноцветные, можно тоже будет всякие игры на сортировку придумать. Потом тоже для хранения ее всяких мелких таких игр коробки, тоже очень милые, не могла не взять. И для фотосессии для нашей за шарики. И в прошлый раз с ленточками у нас не сильно получалось, поэтому взяла держатели для шариков. Возможно, я сделаю какой-то такой букет из шаров и уже потом завяжу ленточкой, чтобы не сильно видно было пластмассу. Хотела взять рефил для вот таких, у нас много уже дома, но нет, все поразбирали, люди выходят на природу, и пришлось просто взять мыльные пузыри с такой пандочкой. И вот эти вот липучки, тоже придумаем какую-то новую игру с ними. Это мята, и вот это что-то новенькое, не знаю, Ирин заценит, не заценит, короче, это такая бумага черная, и деревянной палочкой можно на ней рисовать, и получится вот так вот. Ой, Ирин сегодня в хорошем настроении. Воспитательница так хвалила ее. Говорит, что хорошо спала, сегодня не плакала. Пойдем на качели кататься? Да? Сюда будешь садиться? Сюда? Давай. Ты говоришь мальчику пока-пока? Мама мальчика забрала, да? И кто это такой? Это жираф. Мусани. А? Там обезьяна, вон с ней. Эрин не растерялась, дома сразу нашла фасоль. Новые стаканчики. Не обижайся, мы же хотели с тобой приехать гулять. Ты не захотела, да? Немножко погуляем и поедем. Не расстраивайся, пожалуйста. Мамочка ж, папочка тебя любят. Приехали гулять на свежий воздух, к морю. Да? Вот ты чего надулась. Ты чего надулась. Ты смотришь на море, тебе не мешать? Ты наслаждаешься? Okay. Давай еще тогда третий. Она тут из ее кран. А почесал? А почесал? Это мама дала, да? Папа чунгуля. Мама чунгуля. Папа. Давай. Видишь, какие там большие-большие мыльные пузыри? Вперед, смотри. Пойдешь играть с друзьями? Он не баба. Он не киёво. Ура! Наконец-то! Через полчаса
ребенок в настроении. Догоняй, папа, догоняй, 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 догоняй.아빠 들어줄게. 쭉쭉쭉 해. 엄마 이거 맛있어? 그냥 멀리 던져야지 세게. 그렇지. 언니? 노이씨 언니. 엄마 봐줘. 그린 второй шарик решила какой-то онни подарить. Онни это старшая девочка по отношению к девочке, ну или старшая сестра родная. Подарила девочке шарик, боже. Эрин, папа вот там слева, вот туда, если пойти, папа будет. Эрин, ты умничка.